Здравствуйте. А теперь в эфире сводка происшествий города и округа за прошедшие выходные. ДТП с жертвами и пострадавшими произошло на трассе Сургут-Когалым. Накануне там столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. Водитель автомобиля «Нива Шевролет» 71 года, по предварительной информации, уснул за рулем, допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, не допустил столкновения с рейсовым автобусом, следующим из Когалыма в город Сургут. В результате дорожного транспортного происшествия водитель автомобиля «Нива» 71 года рождения, его пассажир 93 года рождения, женщина, и малолетний ребенок 2015 года рождения погибли на месте происшествия. Количество пострадавших в автобусе устанавливается. С помощью борта санавиации Центра медицины катастроф в больницу были доставлены пострадавшие с тяжелыми травмами. Также раненых эвакуировали бригады скорой помощи. В окружной столице автоинспекторы помогли водителю грузовой техники в сложной ситуации на дороге. При патрулировании трассы Салехард-Лабытнанги экипаж ДПС заметил большой груз, который находился в кювете. Сотрудники госавтоинспекции перекрыли транспортный поток в целях безопасной транспортировки грузовика на проезжую часть и оказали содействие в эвакуации техники из снежного плена. Жительница Нового Уренгоя попалась с поддельными водительскими правами. В феврале текущего года инспекторы ГИБДД задержали автоледи, которая управляла машиной в нетрезвом состоянии. Автоинспекторы выяснили, что 34-летняя женщина не имеет водительского удостоверения, а предъявленный ей документ поддельный. Мировым судьей за управление автомобилем в состоянии опьянения женщине назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, в отношении автоледи возбуждено уголовное дело за использование липовых прав, ей грозит до 1 года лишения свободы. Пожарные столицы Янао вечером 24 марта приехали тушить двухэтажный частный дом с гаражом в СНТ «Надежда». На момент прибытия наряда наблюдался черный дым из гаража с угрозой перехода на жилые помещения. В течение получаса открытое горение удалось устранить. В результате происшествия полностью выгорел гараж на площади 70 квадратных метров. Также была частично повреждена кровля дома. Погибших и пострадавших нет. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, тушение осложнялось безвозвратно. Водностью района. В тюменском аквапарке пострадал ребенок. Мальчик получил травму на горке «Тайна двух океанов», когда съезжал. Он выпал с рафта для спуска и, пытаясь залезть обратно, сильно порезал ногу о болт. В больнице медики диагностировали мальчику скальпированную рану правой стопы. Ногу зашили, и теперь его отец требует возместить компенсацию за моральный и физический вред. Прокуратура Ямальского района наказала браконьеров. В 2023 году трое местных жителей были привлечены к административной ответственности за незаконный вылов водных биоресурсов. Ущерб на сумму более 50 тысяч рублей фактически не возмещен, и прокуратура направила иски в суд. Требования надзорного ведомства удовлетворены. Браконьеров обязали выплатить в казну всю сумму ущерба. Виртуальное знакомство в соцсети закончилось для ноябрянина потерей 50 тысяч рублей. Молодой человек пригласил девушку в кино по ее инициативе. Она скинула ему ссылку для покупки билетов. Когда мужчина прошел по ней, ввел информацию с банковской карты и код из сообщения, то с его счета списалось 50 тысяч рублей. Поняв, что стал жертвой мошенников, ямалец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире.